Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это очередной выпуск по нашей рубрике «Без доната». Сейчас на заднем плане вы видите паки, которые я открывал, что мне из них выпадало. Самый вот лучший дроп, который у меня был за вот это вот все время. Сейчас вы его чуть позже увидите, но перед началом хотел бы вам сказать о том, что у меня есть второй канал, игровой канал «Ларенти», ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения от сплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Вот, пооткрывали мы награды за Division Rivals, взял монеты, взял какой-то один непродаваемый пак, из которого выпал вот Рубен Невис, Диого Жота, Джеймс и Мбабу. Вот за Мбабу очень обидно было, что продать его, к сожалению, не получилось, стоил он около 14 тысяч монет. Ну вот тот самый волкаут, это тренд Александр Арнольд, самый лучший дроп, который у меня сейчас есть, это мой единственный пока что волкаут, 87 рейтинг, который отлично залетает ко мне в команду, ну а команду вы увидите мою чуть позже. Также пооткрывал награды вот за Division Rivals, за Squad Battle, поэтому вот такие вот паки, все что вот было, все оттуда вам насобирал. Так сказать, поэтому все. Трента выловил из СБЧ, Лукаку у синих, просто насобирал игроков, которые были в команде, и все просто вот слил. Вот таким составом мы с вами выдвигаемся. Супер, а? Ну как же суперски мы это все сейчас разыграли. Маунт и в ближний. Хорош, Кавани дубль. Кавани 3-0. Ну что творим сейчас? Просто, ну все, он кикует. Давай, пожалуйста. Речкует. Есть. Главное, сейчас составы прям жесткие не надо. Так, ну кстати, вот, Кавани. А, отлично, просто по центру, вообще замечательно. Какие-то некрасивые у всех. Ой-ой-ой-ой, как прошла-то Роберто Фирмино. Кавани. Ой-ой-ой, на Роберто Фирмино. 3-0. 3-0, чувак, может выйдешь? Замечательно, спасибо. Второй речквит. Давайте вот это сначала я открою с предпросмотром. Может быть, я его и выкуплю, если что там потом. А вдруг? А вдруг? Ну, это не вулкау. Ой-ой-ой, Кандогбия. Ну, нет, спасибо. Вот, ну, так сказать, затравочку мы сделали. Теперь точно есть здесь игрок 81+, золотой. Я надеюсь, сейчас волкаут. Нет. Он у меня, кстати, был вроде как. Я его на СБЧ какой-то сунул. Рубен Невис, это снова. Это, ну, 82+, Осимьен. Так, состав. Возле штрафной. Кавани. Фирминьо. Ой, пенальти. Это опять пенальти? Да, это пенальти. Это еще и красную сейчас даст. Ну все, мне кажется, парень сейчас сгорит. Красную дали центральному защитнику. Кавани подходит бить пенальти. Стоунс. Отлично! Пока что у нас 100% с вами реализация на сегодняшнем стриме по пенальти. Он прям до последнего по голове, наверное, смотрел. Спокойно, нет. Как я и сказал, он что-то да и забьет. То есть, такой же игрок, как и у нас сейчас будет. Ой, ну-ка. Еще одну пенальти. Ну, давайте, давайте. И еще красную ему. И вторая красная. Чувак сейчас горит, и он заменил именно Аспиликуэту. Ну, все. Ууу, что я не попал-то вообще? Ну, простил. Но два удаления у чувака. Два. Мама родная. На тебе в противоход, Фирмино. И шлепни, да, да, маунт, именно этот парень. И это похорон. 4-1 под Морезика. Бэнк. Празднование, смотрим. Вот, я извиняюсь перед ним, все. Все, третья победа наша подряд. Ну, сейчас, мне кажется, нас с небес на землю-то вернут. Бензема, Дембеле. Давали же там на скорость прям. Бэнк по пустым ему практически, все, супер. Замечательные отскоки прям. На ногу Бенземе. Супер! Просто у меня сейчас вот слов нет. Он еще праздновать будет, ты серьезно? Ладно, слава богу, хоть не отпраздновал. Как шикарно сейчас дождался я маунта, а?
Не-не-не-не-нет. Прострелы эти. Давай еще отпразднуй. Гол на последних вырвали. Давайте праздновать. Все, сидит. Ну все, да, 7 побед. То есть паки мы хорошие сейчас получим с вами в любом случае в четверг. Грилиш, Сауль, Жезус, Вернер, Моура, Трент, Льюрис, Гомес. На Гомеса бы тоже, кстати, бы посмотрел, почему бы и нет. Шикарные передачи. Шикарно. Игра ему завозит 100 пудов. Ну, кого? На 5-й минуте только я так забивал. Скидыш, сидим. Ну, он умеет играть. Это, ну, это плюс для меня. Как? Где мой Минди сейчас был? Это просто вот вообще. Хорош. Я промолчу. Это киковная прям вообще для него была. Оборона, до свидания, моя. Все, 4-2. И в ближку. Хорош. Камбэк. Че ты? Время еще у меня есть. Сейчас на камбэк потянем. Ну что, все. Ну это просто всратый матч. 7. 8 там даже мячей ему должен был забивать. Ладно, он там на 5 наиграл. Ну где мои 8 мячей? Азара, Гуэра. Потому что там за победу-то и монет больше дают, и очков. Вот что это вообще? Это кто? Это ж, вот почему им завозят вот такие удары? У него 76 удары. Лонгшот еще там меньше 100 пудов. Я промолчу. Ну, это понятно, что... Ну, вот серьезно. Там, может быть, и мне завозила игра в тех четырех матчах, но... Не так, чтобы у меня сейчас вообще никто ничего не работал. Ниндиди, который на перехватах топово у меня играл. Ну, в принципе, вы все сами видите. Караска. Куда ты, вратарь, пошел? Хорош, тут вытащил, а здесь нет. Да? Я промолчу. Супер. На, все, мне уже без разницы. Сейчас мы заканчиваем в любом случае. Все, вместо Аспиликуэта попробуем его. Аспиликуэта я пока что, наверное, трогать не буду. Он мне непродаваемый вроде. Ну и все, последний пак на сегодня. Погнали. Ой, Булкаута, естественно, нету у нас. Савич. 80. Какой? Четвертый, ну вот. Не помню, ну может максимум 84 рейтинг выпадал. Ну, в принципе, вот. 83-84 в одном паке. Нормально. Ну что ж, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания.